Всем привет! Сегодня с вами мы рассмотрим очень красивый наборный край, который называется болгарский зачин. Иногда хочется украсить наши изделия с самого начала. Я предлагаю рассмотреть вот такой набор петель, который выглядит в виде такой вот цепочки. Короткая нить обвивает большой палец, нить от клубка указательный. Начинаем набор петель. У нас образуются две петли. Меняя стенки и захват этих стенок на петле, которые находятся на большом пальце, мы будем выполнять этот наборный край. Итак, захватываем внешнюю стенку петли, нить от указательного пальца, затягиваем петельку. Меняем положение большого пальца и захватываем внутреннюю стенку петли, нить от указательного и затягиваем петельку. Опять палец большой, меняем его положение, то есть вот так подхватываем внешняя стенка петли, нить от указательного, затянули. Подхватываем большим пальцем нить снизу вверх, как бы захватываем внутреннюю стенку петли, нить от указательного пальца, затягиваем. То есть у нас постоянно идет смена захвата нити большим пальцем. Раз, два, раз, два, раз, два. Образуется вот такая красивая цепочка, которая послужит украшением любого изделия.